Елена сегодня у нас за рулем, у нее третий день практических занятий. Три дня назад она первый раз села в кабину тягача с полуприцепом. Первый раз пробовала маневрировать задом. На первом занятии она вообще даже ни понятия не имела, в какую сторону нужно крутить. Вообще, даже я бы сказал, что не нулевой уровень был, а в сторону минуса. Сегодня третье занятие, третий день занятий. Мы видим, что уже прекрасно есть понятие, в какую сторону нужно руль крутить для того, чтобы подломать прицеп, для того, чтобы его выровнять. Сейчас у нас условно осуществляется подъезд под рампу задом. Еще не совсем все хорошо получается, но уже есть четкое представление о том, в какую сторону нужно руль крутить, в какой момент. Браво, Елена, браво, отлично. Еще раз.